Всем привет! С вами канал Роман Фасадович. Сегодня вот у нас пришла информация о том, что остановили, приостановили, не остановили, а именно приостановили монетизацию в России. Это относится только к жителям, находящимся в России. Те ютуберы, которые... Не которые пользуются, а которые настроили здесь монетку в России. Вот. Как только какая-то ситуация закончится, ее опять восстановят. То есть вот, да, читаете. На что остановили? На подписку YouTube Premium, на Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч. Ждем, когда откроют теперь ее. Всем пока, с вами был канал Роман Фасадович. Не болейте.